Всем привет, дорогие! Это Яна, и мы продолжаем гулять по кораблику чудесному, который везет нас в не менее чудесное место под названием Форт Радость. На нас, напомню, надели прекрасный ошейник, который бы идеально подошел для какой-нибудь дискотеки, видите, светится весь такой неоновый. Он блокирует наши магические способности и не дает нам колдовать. Хотя при этом я могу пользоваться всякими разными свитками, знаете ли, и прочим всем, что не так уж нам и мешает. Мы в прошлый раз перезнакомились со всеми, кем только можно, даже песиками и овечками. По-моему, мы только с мухами не разговариваем. Кстати, а можно ли поговорить с мухами? И я вот еще немножечко, чуть-чуточку почитала управление еще разок, точнее, всякие вот штучки, инвентарь и прочие вещи, где-то что-то... Навела немножко порядок, как вы можете видеть, у меня теперь все красиво разложено. Кстати, еще я, походив, решив проверить, не забыла ли я чего здесь все-таки, нашла еще вот такую лежаночку. Она свернута, и когда я на нее жмакаю, ей становится хорошо, Лоуси, видите? Она уже переотдыхала, так что поздравляем нас с лежаночкой. А еще я положила стрелы и свитки, которые мы нашли, пока тут бродили, вот в этот чудесный рюкзачок, а его очень так удобненько на панель быстрого доступа добавила. Потому что у нас теперь порядок и красота. Вот в инвентаре тоже, смотрите, у нас порядок и красота. Вот эту ножку гнилую я убрала подальше, чтобы не съесть ее случайно. Здесь вот всякие штучки выпить, там закусить, все вот это, яблочко, яблочный пирог, красота. Сейчас я уже точно не помню, все ли мы там прочитали, что должны были прочитать, что поднялись вместе книжки всякие. Сейчас на всякий случай проверим. А еще, кстати, я прочитала, что есть такая штука, как осмотреть предмет. Там даже есть навык, который улучшает способность осматривать предметы. Поэтому мы теперь будем иногда еще вот те или иные вещи, людей и животных осматривать. Кстати, у этого фолианта есть здоровье. Здорово. Так, ой. Так, давайте попробуем проверим. Не удалось выучить навык поднять вздувшийся труп, не выполнен требования этой книги навыков. Ага. А, там у нее нужно было, требуется некромантия 1. А у нас вот примерно вот столько. Ну, то есть нету совсем. Ладно, хорошо, пусть лежит до лучших времен. Так, что у нас тут есть еще? О заглушении стока мы точно считали. Сопли и вопли. Стихи в этом сборнике заставят покраснеть даже самого похотливого гнома. По-моему, мы читали. Там что-то было, да, про паука, который был кокетливый и кого-то съел. Запрос на продовольствие. Так, да, это мы читали. Значит, мы все читали. Ключ от грузового трюма, ключ от лаборатории. Это все мы применили. Я, кстати, чуток попозже, наверное, куда-нибудь лишние вещи уберу, чтобы в них не путаться. Что ж, мы все проверили, все посмотрели. Все, что можно и нельзя, подобрали. Пора двигаться дальше, я считаю. А вы как считаете? Я считаю, что пора. Пора. Порадуемся. Так. А подальше это нам надо было вот туда. Во-первых, у нас еще по заданию стоит, что нужно где-то там отметиться в каком-то журнале пленников. И еще тут какую-то тетеньку допрашивает, нужно послушать краем уха для начала, да? Стоя посреди помещения, вы замечаете колдунью, высокомерно взирающую на парочку довольно нервных магистров. Они держат ее под прицелом арбалетов, пока офицер ведет допрос. Не двигаться, никому не двигаться с места. Так ты сознаешься? Ты убила этого беднягу. Да. Но это было лишь начало, разумеется. Я чувствую, это добром не кончится. Может, надо было еще походить, а? Рассказчик. Она поворачивает голову и смотрит прямо на вас.
Есть и другие вещи, жизнь должна закончиться. Ну что она такая злая? А, это вот эта бабуля из самого начала. Почему она такая недовольная всеми? Боги, эта женщина безумна! Эй, ты там, колдунья, скорее беги за магистром Сивен. На эту сумасшедшую мало просто ошейник надеть. Ее надо сковать по рукам и ногам. Так, мы можем сказать «да». Конечно, другого такого случая поднять бунт может не представиться. Обратиться к колдуне, спросить, что она имела в виду, когда говорила здесь есть, ну, на дат, как бы... А вдруг она правда сумасшедшая, что мы сразу будем соглашаться, всех подряд отпускать? Вдруг она и нас имеет в виду, как лишних членов общества? Давайте уточним. Это означает, что твое путешествие подходит к концу. Вот я про что и говорю, но советую задержаться до финала, поскольку она тянется к своему ошейнику и запросто снимает его. А, почему я так не могу? Научи меня, пожалуйста. Я как раз собираюсь закатить сцену. Быстро сделайте с ней что-нибудь. Если она обратится к истоку, придут исчадия пустоты, тогда нам конец. Она улыбается злобно и радостно. Он сказал, кстати, wicked satisfaction, рассказчик. Это как-то с мрачным удовлетворением, если буквально перевести. Precisely. Именно. А, так, подождите. С кем мне драться? Стойте. Я на стороне стражников? О боже, что происходит? А, я чувствовала, что это добром не кончится. Что случилось? Так, да, опять что-то случилось. Чтобы выделить предметы, которые можно подобрать, удерживайте левый альт. Ага, вот он и появился, да, левый альт? Так, ну давайте удержим левый альт. Бутылка вина, о, ничего себе, сколько подстазок. Теперь мы можем подобрать магистра Йона. Интересно, их можно было спасти? Я бы не хотела, чтобы столько было мертвых людей. Почему все умирают? Я прихожу, и все умирают. Почему? Почему? Ёлки-палки. Так, магистр Уильямс, магистр Йона, лужи крови. Я босиком по ней хожу. Это, между прочим, антисанитария сплошная. Так... Я не хотела, чтобы они умерли. Я... Может, стоило побежать и помочь, сковать ее как-нибудь. Заточка. Угу. Еще одна штучка, которую можно делать тык-тык. Импровизированный жезл. Смотрите, у жезла есть всякие урон огнем. Ага, отлично. Игрушечный арбалет, да, нам будет чем стрелять. Ну мы ж стрелки, я же стрелок, как в женском роде это будет, стрельчиха. Я же стрелец, я должна стрелять, вот что отлично. Так, по-моему, взять все, это был пробел. Да, нет, да. Так, теперь у нас есть, значит, сам. Вот у нас был карманный ножичек. 3-4 физический урон. Так, а теперь у нас есть заточка. У него тоже 3-4 физический урон. Что-то как-то не очень интересно. Вот, игрушечный арбалет. 6-7 физического урона. Но он замедляет движение, кажется, да? Дает... мы меньше можем двигаться по локации с арбалетом. Почему? Это не такая тяжелая штука. Излюбленное оружие одиноких волков. Любой меткий стрелок знает им цену. Это про нас. Мы метки, так и знаете. Так, теперь, куда его можно поместить? Он занимает обе руки, да? Ну, смотрите, какая внушительная штука. Ничего себе игрушечный арбалет. Вот это игрушка. Вот это игрушка, я вам скажу так. А если я захочу взять посох, мне надо будет арбалет бросить, да? Я не могу его куда-нибудь... Так, можно добавить его в быстрый доступ. Да, заточка. Можно ударить спину. Тоже можно ударить спину. Кстати, разницы между ними, по-моему, вот вообще почти никакой, да? Насколько я могу понять. Так, вот наш жезл и заточка. На всякий случай. Я так понимаю, нам сейчас придется драться все-таки. Так или иначе. Хотя мы вот совершенно не хотели привести ко всем этим печальным событиям. Витрина.
Окей. Так, здесь мы уже все осмотрели. На стульчиках сидеть, наверное, сейчас не время, но самое время таскать еду! Тыквенная похлебка, всю жизнь мечтала, да. Ничего не живут, бутылка винишка, еще винишка. Да у нас тут уже на целую пирушку еды. Пустая чашка, по-моему, чашки тут не особо котируются. Так, а это что? Это все горит. Красный люциан. Какая-то еще пафосная рыбка у них, понимаешь? Вот эту бутылочку вина я тоже хочу. Не прячься от меня, не надо. Так, иди ко мне, бутылочка винишка. Так, магистр Игрит. Привет, Игра престолов. Магистр Игрит, можно осмотреть ваш теплый труп? Что-то как-то золото у них. Вот совсем немного, я прям так вот бы сказала. Так, не забываем нажимать подсказки. О, еще он отлично сразу пишет, пусто или не пусто. Сломанный ошейник, амулет. Ну давайте возьмем, наверное. Зачем-то он нам нужен? После некоторых преступлений, таких как убийство или кража, остается место преступления. Даже если никто не видел, как вы совершаете. Ну, я так поняла, что лучше сразу уходить, если что-то утащил. Надо сразу делать ноги. Так. Пустая чашка. Здесь мы все осмотрели. Так, записочки какие-то, да? Записочки — это очень хорошо. Они могут прояснить нам ситуацию. Но это просто колода карт. А давайте тоже возьмем, продадим еще колоду карт. Будем порыжить картами, супер. Свеча, вот, да, тушим пожар. И игральная карта. Смотрите, мы сейчас вот просто все карты, какие есть здесь, все соберем. Я нашла рок и завязку. А, нет, кончились, ладно, я думала, они бесконечные. Так. Боже мой, я надеюсь, там не... Я, честно говоря, немножко опасаюсь выходить из этой комнаты, потому что я предчувствую, сейчас я выйду, а там что-то вообще страшное происходит. Горы трупов. Вот видите, все горит вообще. Какая ужасная бабка. Она мне не нравится. Хорошо ходили же, никого не трогали, искали убийцу. Нет, надо все вот перевернуть, вернуть. Ну, кстати, мы нашли убийцу такие. Если я правильно поняла. Заперто. Ладно. Заперто так заперто, кстати. Ой. Наконец-то этот корабль начал тонуть, кажется. Я вот, честно говоря, удивляюсь, что только что... Ёлки, этот милашка умер. Он был такой милый. Он интересовался моим здоровьем. Что-то... Ситуация, кажется, осложняется все больше и больше. Ключ от каюты на корме. Так, корма — это где-то наверху. Это вот, по-моему, такая настройка на самом верху. Хорошо, пригодится. Золото тем более пригодится. Что-то мне совсем не нравится, как нас трясет. Ребята, мы тонем. Ой, все наши спутники, между прочим, кажется, потеряли сознание. Так. Надо всем помочь. Слушайте, я не хотела, чтобы все умерли, но почему все так плохо? Даже бедный песик умер. Ну за что его-то? Ну ладно, возьму шкурку на память. Так. Что? Что это было? Должно быть репа. Схватить стоящую рядом кружку, плеснуть ему в лицо водой, ударить его по лицу. Ну, давайте будем помягче. Вода? Плесни вина. Веки ящера смыкаются, он погружается в забытье. Так. В смысле, я не могу его разбудить? Это плохо. Как же я их буду спасать-то? Нами. Хорошая часть двуручника. Ну, нами, ты все равно без сознания. Мне, возможно, вас... А, нами погибло. Почему все так плохо, ребята? Вот если вы знаете, скажите мне, пожалуйста. Почему все умирают, когда я мимо прохожу? Так, а вот этот очень милый человек. Так, ну хотя бы живой, да? Иван лежит на полу неподвижно, сжавшись в комок, как животное. Под гривой спутанных волос видно, как зеленые глаза часто моргают. Точно ему снится кошмар. С губ скрывается слабый стон. Вставай! Вставай, Иван! Я маленькая хрупкая девушка. Люциан.
Люциан. Иван вскрикивает, затем в веки смыкается кровь, и сколько бы вы ни трясли, больше жить ему не дается. Ну почему? Кто-нибудь встаньте и помогите мне. Так, этот вот был не очень приятный человек, зато этот неприятный человек имел с собой много всего. А, так, запятанная рубаха, бутылка, золотишко, ну, ок. А у тебя не было, да, ключа от этой двери? И у меня его нет, окей. А, кстати, я уж не помню, тут ключи автоматически применяются, или их нужно, или ключами нужно тыкать во все? Нет, они автоматически применяются, если он есть, да? Я вот не уверена в этом, честно говоря. Могу что-нибудь наказать. Да смотрите, этому кораблю прям совсем плохо, отовсюду течет, его шатает, трясет. Так, гном, может ты проснешься? Гном, проснись, пожалуйста. Ты же моряк. Гном лежит на полу, громадная борода перекручена и спутана, он совершенно неподвижен. Невозможно даже понять, жив он или мертв. Так, ну давай... Вы слышите глухой тук-тук-тук, приложив ухо к его груди. Он жив, но кажется едва-едва. Так, может я могу сделать как-то, не знаю, там, воодушевление... Накладывает эффект воодушевления, но они все без сознания. Я не знаю, это поможет или нет. Может взять какое-нибудь ведро и начать их обливать? Я хочу, чтобы они очнулись. Так, огонь вызывает горение. Логично. Вот эльфийка, которая не стала есть ножку. Так, Сибилла. Ой, здоровье у них у всех. Вот вообще ни к черту. Нет, еще не последняя тьма, пока нет. Успокойте ее, если получится. Вы вытащите ее отсюда. Вставай! Рука ее безвольно покоится в вашей, но слишком слаба, чтобы встать. А-а-а! Кости падают сумрачно, катятся на меня. А-а-а! Да что же такое? Как мне им помочь? Ребята! Что делать? Что делать? Так, где-то еще тут были наши друзья? Их, собственно, не так много-то осталось вместе с нами. Так, там была лестница наверх, я помню! И здесь еще была лестница наверх. Мне все равно по какой подниматься, интересно. А мне вниз нужно спуститься, проверить, как там дела у той женщины? Может, она не умерла в итоге всего этого? Так. Какая же мощная колдунья-то. Всех поубивала одним махом просто. Вот взяла и всем конец. И хорошим, и не очень. Спасибо. Извините, вам оно больше точно ни к чему. А мне может еще пригодиться. Так. Вот лестница наверх. Ой, да, А, нет, смотрите, она осталась живых. По-моему, она единственная из всего персонала. Магистр лежит на полу без сознания, истекая кровью из страшной раны. Ну, видимо, ненадолго, кажется. Я этого не хотела. Абсолютно. Так, вниз нам идти смысла нет. Пойдемте наверх. Но я не хочу спасаться одна. Я хочу всех разбудить. Так, давайте попробуем что-нибудь все-таки еще сделать. Я не знаю, давайте попробуем воодушевление какое-нибудь использовать. Ну люди, вот, живые еще, я же не могу просто так убежать. Это же не по-человечески. Так. Смотреть. Нокдаун. Ой, простите, так, или не прощайте. Что, воодушевление. Нет, кажется, нет. Может быть, не знаю, впихнуть в них зелье лечения. Можно как-нибудь так сделать, нет? Грустно. Все умерли, а кто не умер, тоже как-то не очень хорошо выглядят. Так, ребята, я тут решила все-таки, прежде чем идти наверх, еще раз пробежаться, смотреться с подсказками, не забыла ли я чего. Я еще забрала на память с овечки кусочек мяса, дособирала там еще немножечко винишечка. Много не бывает, и пока ходила, тут увидела вот возле этой глушеной девушки некий древний фолиант. Я думаю, он нам пригодится, давайте посмотрим, что это. Тут вот, видимо, его можно было украсть, подкравшись к той девушке вот тогда. Ну, теперь мы можем это сделать вообще, как бы, без проблем. Давайте сразу глянем, что это, вдруг это что-то полезное. Древняя книга, краденая, используйте, чтобы прочесть.
Король Истока утверждает, что ни одна область магии не должна быть запретной, даже та, что блокирует или вовсе лишает кого-то Истока. Его безумие – подарок судьбы, это приглашение погрузиться в манипуляции той сущности, что мы некогда полагали незаглушимой. Король снабжает нас самыми разными подопытными. Извращенцы, я же говорю. Далее в тексте описываются заклинания и материалы, необходимые для заглушения Истока. Некоторые предметы обведены черными чернилами и подписанными. Подписаны шлем, ошейник. Смотрите, как классно, можно странички листать. Хова, хова. Шлем, ошейник, маска. Шлем, ошейник. Ошейник у нас, кстати, есть. Мы подобрали какой-то... поломанный ошейник вот той злой бабки. Получается, шлем, ошейник, маска. Если мы соединим, то что-то получим. Ну что? Так. А если мы этот ошейник попробуем заменить? Нельзя, да? Так, ну пока не очень понятно. Но, возможно, мы потом что-то из этого полезное извлечем. Пока пойдемте. Пойдемте все-таки наверх. Да, я стараюсь прям очень дотошно все оглядывать, потому что мне очень интересно, что здесь есть еще, что здесь можно найти. Как вы думаете, пойти по этой лестнице или по кормовой? Я так понимаю, что вот та широкая, она ведет в корму как раз-таки, наверное, корабля. У нас там от чего-то там ключ, по-моему, какой-то был. Давайте-то сюда сходим. Сюда мы, если что, вернемся, я думаю, еще. Хотя, может, и нет. Опять какая-нибудь неприятность случится внезапная, что все умрут. Кстати, даже овечка бедная умерла. Я думаю, внизу тоже... ей не поздоровилось. Мы там не смогли зайти в одну комнату внизу. Возможно, мы сейчас чуть-чуть туда-сюда пройдемся и сможем. Ой, я вижу живую собачку. Да, живая собачка. Здесь не все умерли, не все. Это радует, правда. Так. Она бедненькая воет. А ее можно спасти как-нибудь с корабля? Можно я спасу собачку, пожалуйста? Она даже не без сознания. Собака отчаянно царапает лапой морду, она морщится, когда из мокрого черного носа начинает течь кровь, но все равно продолжает скрести. Так, крикнуть собаке, чтобы убиралась отсюда. Кликнуть собаку. Корабль скоро потонет. Собака внезапно замечает вас и рычит. Шерсть на загривке стоит дыбом, она готовится к прыжку. Эй, колдун! Внезапно собака чихает и снова чешет нос лапой. Не чую, нечем дышать. Слишком много Истока, слишком много. Бедный песик, пожалуйста, не надо. Сказать собаке, что не вы это устроили, если бы могли, вы положили этому конец. Спросили, разве не должна выслеживать колдунов? Кораблю недолго осталось решить, что собаку следует. Ну, конечно. Это не я. Гав-гав. Собака скулит и продолжает скрести лапой нос. Как нам помочь бедному песику? Почему я не могу ничего сделать с происходящим? Да я вижу, что все скоро развалится. Так, бутыль с маслом. Лужа нефти, куски кожи, чашка чая. Все, гребем пока. Так, я хочу зайти в ту комнату внизу, закрытую. Как мне туда попасть? Так, сундучок, золото пригодится. Так, да это, бром, это не закончится точно. Так, режим атаки. Удерживайте... О, и щелкните по двери, чтобы атаковать ее. Так, как там режим атаки атаковать? Так, давай мы не будем из арбалета это делать. У нас есть ножик, например. Как, вот, мы его экипировали или нет? Атаковать. О, смотрите, я могу просто пинаться. Интересно, я правильно это делаю или нет? Мы деремся с дверью, ребята. Это просто эпичнейший бой был. Так, знаете, что я сейчас сделаю? Почему это здесь оказалось? Ладно, потом... приберусь в своем быстром доступе. Сейчас мне, знаете, что интересует? Не могу ли я таким же образом открыть дверь внизу самом? А вдруг там что-то важное? Так, можно я атакую эту дверь? Ага. Видимо, это будет надолго, да? Так. Что это? Что происходит? Иногда что-то происходит, и не очень понятно, что. Какой-то сейчас луч света с неба пробился вниз, но я понять не имею, что это было.
Так, давайте попробуем с этой стороны ее попинать. И здесь лежат люди, я хочу вам напомнить. И они не реагируют вообще ни на какие действия мои. Так, атаковать. Ага, эта дверь вообще даже... А если мы сделаем так, смотрите, возьмем... У меня вот есть... у меня есть бутыль с маслом. Только надо отойти немножко, да? Так, у нас есть бутыль с маслом. Мы вот возьмем эту бутыль с маслом. Я, кажется, начинаю понимать, как этим пользоваться. Кинем в дверь. А теперь скажем... да, я знаю, что мы тонем, но... Всегда можно найти минуточку, чтобы проверить какую-нибудь свою теорию, верно? Верно, даже не спорьте со мной. Так, дайте мне светильник какой-нибудь передвижной, пожалуйста. И сюда. И... Наконец, сюда! Это было мега эффектно. Зато теперь смотрите, у нас перед этой дверью красивая инсталляция. Ладно, хорошо, не сработало. Ну, попытка не пытка, все, пойдемте наверх. Ладно, ладно, хорошо. Пойдемте драться с теми дверями, которые нам по зубам. Готовьтесь, прежде чем идти дальше, стоит вернуться в трюм и поискать какое-нибудь оружие. Вернуться в трюм, поискать оружие? Так, я сняла арбалет каким-то образом хитрым. Так, надень арбалет. Потому что у меня есть огненные стрелы, у меня есть отравленные стрелы, у меня есть свиток, надо про это все не забыть. И... Так. Ой, бочка с водой. Ага, отлично. Разбили бочку, сделали проход. Там мы дверь открыли, я помню. Мы открыли дверь. Нам надо еще здесь О, золотая чаша. Почему бы нет? На тонущем корабле самое то, что надо вот прям исследовать. Смотрите, поддельная картина. Осмотреть. У нее тоже есть здоровье, между прочим. Ну, давайте все берем с собой. У меня там где-то в моем рюкзачке... понимаете, бездонный колодец, в который помещается вообще все. Ой, смотрите, там кто-то живой. Кто-то живой и трясется страшной силой. Так, и здесь заперто. А, я, кстати, к ним дверь выломала. Ну, пойдемте спросим, как дела. Хотя у меня такое чувство, что они мне сейчас начнут лупить, скорее всего, ни за что, ни просто. Ребята, я ни при чем. Можно я спрячусь в модную бочку? Так. Сундук. Картошечка. Отмычки! Я сейчас вернусь вниз. Ничего не знаю. Так, отмычки. Вы нашли отмычки. Чтобы взломать замок, используйте на нем отмычку. Гениально. Так, испачканные штаны. А, почему бы нет? Все берем. Берем все. Ничего не оставляем. Дневничок. Так, дневничок. Хоба! Что мы там подобрали за дневничок? Кстати, а может быть... Смотрите, он сразу, по-моему, сравнивает, да, с тем, что у нас есть. Вот здесь два физическая броня, у нас один. Надеваем чью-то запятнанную рубаху. Для начала, да? Испачканные штаны. Так, уровень один. Смотрите, у них есть какая-то физ-броня. Так, куда можно штаники надеть? Сюда? Куда штаны надеваются? Сюда? Вот, обветшалые штаны, запятнанные штаны, или как там, испачканные штаны, фу! Ну что поделаешь, выбирать не приходится. То есть, смотрите, мы уже так вот, так я бы сказала, неплохо выглядим. Смотрите, какая у нас модная туника, штаники, прям гораздо симпатичнее. Так, да, переодеться на тонущем корабле очень важно, а то вдруг вы умрете и будете такие некрасивые. Куда это годится? Никуда же не годится. Интересно, свечки можно таскать с теми же целями? А что там еще? Еще надо взять использованные чернила с пером. Пригодятся. Продадим кому-нибудь. Когда-нибудь же это безумие кончится, и можно будет поторговать, а надо, чтобы было чем. Как вы думаете, вот эти люди, которые вот меня сейчас не видят и трясутся все, они хотят мне что-нибудь плохое сделать? Или нет? Так. Мне эта бочка мешает обзору. Письмо. Письмо. Так, дневник.
Чернила размазаны, записи дневника сложно прочитать. Впрочем, часть последней записи вам удается разобрать. Ага, и что же я разобрала-то? Непонятно. Письмо. Милая Стефин, я пишу это письмо, и наш корабль еще совсем недалеко от острова. Но когда... Вообще-то не еще, уже надо было сказать. Но когда снова принесет тебе его... А, когда сова принесет тебе его, мы будем уже в дне пути. А, все, поняла, он уже отплывает и ей пишет, вот как-то так. Вняв твоему совету, я подчинился приказам Александра, но я часто думаю о Люциане. А смирился бы божественный с тем, что мы делаем. Благословил бы тех, кто отбирает детей у матерей. Неужели это единственный способ? Мне холодно, холодно телу и душе, и я уверен только в одном. Твои руки согреют меня, когда мы встретимся снова. С любовью, Рикс. Рикс. А Рикс мы находили? Рикса мертвым? Я что-то не помню. Дневник капитана. Так, я вот... Я не пойму, а что мы разобрали? Может, надо в свой дневник заглянуть? Так. Священная война магистров. Так. Смерть на нижней палубе закрыта. Убит колдун истока. Ну да, мы поняли, кто убил. Так, в поисках оружия. Найти оружие. Здесь небезопасно, надо найти... Мы самым простым... Беспокойный. А, подождите, мы же там находили какой-то клинок, по-моему. Сейчас посмотрю. Так, в поисках оружия. Так я вот что-то не поняла, где то, что мы из дневника капитана почерпнули. Ня. Так, смотрите, что у нас тут есть. Хорошая часть двуручника. Есть плохая часть двуручника, но он ничуть не лучше нашего арбалета. Вообще ничуть. Мне предлагают еще что-нибудь получше найти. Может, мне надо прям совсем-совсем в трюм там спуститься куда-то. Так, смотрите, что здесь у нас. Пища, перо, потрепанное письмо. Потрепанное письмо. В этом письме изложено указание по перевозке колдунов в некое место под названием Рады. Знаем, что там за Радость? Чья-то злая рука перечеркнула его черной линии из верхнего левого угла в нижний правый. Почему сразу злая? Вдруг не очень злая. Так. Да, вот мы ходим в бочке, понимаешь. И нас совершенно... А если мы появимся перед ними внезапно? Хвала богам, божественного, божественного, что это за... Он косится на ваш... Ну, начинается, ошейник и тянется за мечом. Еще один колдун. Спутник магистра даже не моргает. Одного вашего вида хватило, чтобы он застыл на месте. Указать на следы разрушений вокруг. Что здесь творится, что они видели. Потеребить ошейник. Вы сможете... Да, сейчас они помахают руками в воздухе и распевают... Нет, по-моему... Так, вот так. А то сама не знаешь. Бунт — это ведьма, и твой ошейник обезвредила. Он громким шепотом обращается к другому магистру. Хватит дрожать, Рикс. А, это вот тот парень, которого возлюбленный ждет. Давайте постараемся ему помочь, хоть кому-то. Я даже собачку не могу спасти. Рикс хватается за меч. У него так дрожат руки, что клинок ходит ходуном. Убеждение, интеллект, восприятие... Сказать ему, что ни о ком бунте речи быть не может, а женщина вас едва не прикончила. Сказать ему, что магистр Сивин ранена, и она послала вас за помощью. Так, восприятие, интеллект, провал. Ваше убеждение 0, требуется 1. Почему? У меня же было что-то там с убеждением. Магистр переглядывается, затем вносит, смотрит на вас. Взять ее. Совсем нету. Видимо, с ними не получится договориться. Но как же это печально-то, а? Сейчас я еще попробую походить. Чуть-чуть, может... Так, попробуем пошутить. Ясно, шуток они не понимают. Чашка с водой. Так, потраченное письмо. Нам это все надо? Все вот это вот, мелочи все эти. Ну, давайте возьмем. Может, день как-нибудь когда-нибудь пригодится. Так, пошлите отсюда. Туда я могу попасть. Вообще, смотрите, зачем мне с ними драться? Начнем с этого. То есть, вот я там была, с той стороны. И с этой стороны мы все... А-а-а, там какие-то фолианты. А где там фолианты? Так, стой. Я понять пытаюсь, где там фолианты лежат. Ага, они в зоне их видимости. То есть, чтобы их взять, по-любому придется либо драться, либо убеждать. Так, давай, Лоуси, уходим отсюда, уходим. Корабль, держись, я верю в тебя. Я верю, что ты сможешь нас еще чуть-чуть провести.
Так. Будь оно все проклято, надо убираться с этого корыта и поскорее. Ну, во-первых, мы не помогли людям. Начнем с этого. Магистр Сери, бедная магистр Сери, все умерли. Вот просто все вообще поголовно мертвы на этом корабле почти. Так. Ой, смотрите, старый колпак мы нашли. Знаете, что это такое? Не знаете, а я знаю. Это то, что мы наденем на нашу красивую голову сейчас. Так, старый колпак. Хоба! Я теперь еще и в берете, еще и с пером. Шикарно. Вот так просто походишь туда-сюда, и уже прям экипированный человек. Так, я, кстати, не сомневаюсь, что мы этих магистров можем замочить, но я не сторонник того, чтобы всех подряд мочить, понимаете? Как эта бабка умудрилась всех настолько покалечить вокруг? Это не бабка, это терминатор, понимаете? Так, сундучок. Нам нужно... А, кстати, собственно, да, вопрос с записью. Хронику этого корабля отпал просто сам собой. Так, здесь ничего нету. Так, кто-то ломится в корабль? Прекрасно просто. Еще и кто-то ломится в корабль. Мне вот интересно, если я буду прям долго ходить, кто-то вломится в корабль или у меня все-таки времени достаточно? Так. Магичнее. Так, магистр. Здесь можно пройти или я обожгусь? Она предлагает обойти. Так, как это она сверху как-то посмотрела, что ли? Все, возьмем. Мы, кстати, кучу каких-то ключей нашли. Сейчас посмотрим быстренько, что за ключи, ладно? Так, записка. Используйте, чтобы прочесть. Мертов. Бочки с туманом смерти заперты в хранилище. Вам с Риксом нужно держаться от них подальше. Если внизу кто-то начнет глупить, добром это не кончится. Так, запомним. Какие-то бочки смерти. Так, ключ от грузового трюма. Ключ от лаборатории. Ключ с черепом. Видимо, это той двери страшной. Ключ от каюты на корме. Мы до этого еще не добрались, видимо, да? Так, неотправленное письмо. Ага, это мы все прочитали. Так, мы можем зайти сюда. Можем зайти сюда. Давайте зайдем, наверное, да? Что там происходит? Мы здесь все осмотрели? Какие-то крики. Мне это вот вообще не нравится. Обстановочка. Жуть, что творится. Так, собрали. Так, здесь вроде все посмотрели. Вот еще магистр следопыт. О, мой первый лук. Но он даже хуже, чем игрушечный арбалет. Так что мы его, конечно, возьмем. Но экипировать пока не будем. Так, что там? Ой, там кто-то живой? Ой-ой-ой, надо было сделать так, да? Ой, что я делаю? Зачем я взяла? Так, подожди, Лоуси, не умирай. Не умирай, Лоуси. Где бочка с водой? Ага, я как-то, в общем, сама перестала умирать. Давайте на всякий случай, чтобы время зря не терять, сразу съедим яблочко. И тыквенную похлебку тоже съедим. Спасибо большое. Так, кстати, и на всякий случай. На всякий случай. Ну да, не заметила. Смотрите, при соприкосновении с огнем бочка с водой сразу разваливается просто на мелкие части. Так, кто здесь у нас? Что с ним такое происходит? Феи! Вы проходите в дверь и внезапно оказываетесь лицом к лицу с нежитью, со скелетом. Его череп как-то необычно угловато, посреди лба красуется великолепный драгоценный камень. Скелет быстро листает том знаменитой энциклопедии Кренли Хуберта, бормоча что-то себе под нос. Замечательно. Нет, нет и нет. Какой идиот записывает знания на прессованных опилках?
Это вот вы считаете, что мы не тем заняты, да, переодеваясь на тонущем корабле? А как насчет чувака, который скелет сидит и читает книжку невозмутимо? Они говорят, они раскисают в воде. Они даже кислоту не могут выдержать. Они горят. А неудивительно, что сей народ столь невежественен. А на чем ты предлагаешь записывать? Сейчас мы вообще не пользуемся бумажными, почти книгами, между прочим. Все читают со смартфона. Скелет поднимает голову и, наконец, замечает вас. Здрасте. О, это ты. Почему ты не убегаешь? Не орешь, как резаный и так далее. А, его манера держать книгу, ну, конечно, напоминает. Схватить, что попадется под руку, ринуться в атаку. А, спросить, не следует ли ему поступить так же, корабль тонет. Скелет тяжело вдыхает и вновь втыкается в книгу. Кажется, ему что-то не так. Я знаю, что твой бог наградил тебя очень немногими дарами, но будь любезен использовать имеющиеся. Неужели ты смотришь на меня и думаешь, вот некто, у кого достаточно органов, чтобы ему грозила смерть от утопления. Мелочи вроде воды и яда не страшат меня, шикарно. Нет, меня не ждет ничего страшнее морской мокрой одежды. Когда эта утлая суденушка коснется морского дна, я просто пойду до берега пешочком, а я иду, шагаю по дну. В то время, как тебя, полагаю, ждет бессмысленная схватка за спасательные шлюпки. Спросите, почему вы не видели его раньше, так и грызнуться, что он, по крайней мере, что-то делает, и он мог бы спасать жизнь вместо того, чтобы сидеть и читать. Да, кстати, скелет быстрым раздраженным движением поднимает книгу. Я пытаюсь выяснить, есть ли те, кто заслуживает спасения. Будьте прокляты, если позволишь жизням каких-то бабочек-паденок мешать мне в этом. Ступай, плыви, тони. Что там тебе еще заблагорассудится, а меня ждет книга. Ты противный! Противный, смотри, как у меня шляпа красивая, мог бы повежливо разговаривать. Так, здесь прохода нету, да? Так, ну пойдемте сюда. Так, понимаете, что? У нас там остались валианты, там, где вот эти ребятки стоят. Братки-ребятки. Не знаю зачем, почему тебе хочется погасить эти огоньки-то. Судя по едкому запаху, знак на двери был нарисован совсем недавно. Символ вам знаком, но он явно советует держаться подальше. Ну, вы прижимаете ладонь к двери, чтобы ее открыть. Дерево кажется не прохладным, не теплым, оно просто серое. Ваша рука обесцвечивается, вы чувствуете опустошенность. Угу. Там за дверью, похоже, какая-то неприятность. Давайте откроем. Не поддается воспользоваться ключом. Дверь отворяется со скрипом, но ваше сознание затмевает пепельная тень. О боже. Я зря открыла эту дверь, да? Или нет? Так, хроника продолжается. Свежий бриз. Тут свежий бриз, не говори. Так, сейчас подождите, что происходит вообще? В поисках оружия. Так, тварь в лоусе. Свежий бриз перевозил бочки с туманом смерти, ядовитым газом, который Божественный Орден применил в недавней войне. Лучше держаться от него подальше. Ой... Замечательно, тут еще какое-то оружие массового поражения, вон, видели? Туман смерти, мгновенная смерть для всего живого. Ага. Хорошая часть меча. Так, ну что ж. Держаться подальше, чтобы держаться подальше. А можно покрутить вот эту штуку? Так, сейчас... Вот эта штука не крутится, нет? Это, по-моему, похоже на штурвал или что-то такое. А если мы, не знаю, там, ну, кинем что-то горючее туда? Туман смерти, мне надо выбраться отсюда срочно. Да, конечно, я вообще совершенно стопроцентно с тобой согласна. Но чисто теоретически мы можем туда пройти? Так, чисто теоретически, наверное, нет. Там бочки. Так, как-то поджечь этот туман смерти нельзя. Так. И самое главное, я хочу помочь всем, кто там в трюме лежит. Я не хочу, чтобы они просто утонули, еще что-нибудь с ним такое нехорошее случилось. Да и Рикса жалко, у него он девушка. Так, давайте попробуем, знаете что? Я сейчас попробую прям еще раз пробежаться, посмотреть,
не забыла ли я все-таки чего-нибудь, может быть, я все-таки что-нибудь забыла, но я посмотрю это сама, чтобы вас не переутомлять. Дорогие, я тут побегала, проверила отмычки на той дурацкой двери внизу, она не открывается, вернулась, все-таки поговорить еще раз с этими ребятами и с ними договориться, потому что убеждений у меня совсем нету, и, видимо, нам сейчас придется с ними таки драться. Ну, я не хотела этого на самом деле, Рикса жалко. Так, ход врагов. Лоуси. Так, у него жуткий меч, но дело в том, что они... Что этот уже почти при смерти, как вы можете видеть. Но я могу это в игре видеть, внутри этой истории видеть, потому что я вижу, что они там поранены и все. Вот Рикса жалко, на самом деле я не хочу его убивать. Почему они сами на меня кинулись? Понятия не имею, зачем. Так. Ну, жалко Рикса, честно. Я не хочу его убивать. Ну, давайте, я не знаю, там... Интересно, если я использую эту стрелу, она мне исчезнет? Это одноразовое событие. Так, пригвоздить. Давайте пригвоздим вот товарища. Прости, Рикс. Я думаю, что ты все равно вряд ли бы выжил в этой передряге. Что-то как-то мне неудобно. Сейчас посмотрим, что там за фолианты. Если они не шибко ценные, то я, пожалуй, стрелы стихий. То я, пожалуй, вообще не буду. Не буду их трогать, этих парней. Ну, Рикса жалко, правда. Он, в общем-то, неплохой парень. Ничего себе! Ничего себе! Ну, о! Я еще могу делать так, хава, как Нео. Ну, смысл в том, что... Надо сначала посмотреть, что за фолиант. Стоит ли оно того, чтобы вот так вот... А, смотрите, способность еще перезаряжается. Так, стрелы стихий. Но здесь никаких стихий нету. Прямо в непосредственной близости. Давайте просто стрелять, наверное. Жалко мне на него специальное что-то тратить. А, у него броня снимается сначала, да? Так, раз у него сначала снимается броня, то, может быть, и имеет смысл все-таки что-то использовать. Свиток воскрешения, отравленная стрела. Огненная стрела. Так, ну, да, у него магическая броня есть. Да, у него магической брони много. Давайте просто стрелять. Смотрите, мы сняли ему всю броню обычную. Так, недостаточно очков действия. Так, магистр поднять щиты. Да он еще и умеет что-то делать такое специфическое. А-а-а, хитрец какой. Ну, давайте яблочный пирог съедим. Так и вижу, как вот посреди боя, короче... Ты начинаешь грызть красных люцианов и прочее всякое такое. Вот видишь, вот стоим, перекусываем. Подожди, чувак. Так, товарищ. Я бы тебя кинула вот этим шариком, но мы слишком близко друг к другу стоим. Это было бы актуальнее, если бы мы были чуть подальше друг от друга. Давай я в тебя просто стрельну. Ну что ты такой резкий? Что ты такой резкий, парень? Да я тебя просто спокойно убью. Спасибо. Прости, пожалуйста. Я вот даже ничего не буду делать. Я пойду посмотрю, что там за фолианты, из-за которых эти два человека лишились жизни. И стоило ли оно того? Так, древний фолиант раз, древний фолиант два, древний фолиант три. Итак. Используем. Когда-то короли Истока творили великие свершения по всей стране. На заре своего правления так поступал и Брак, пребывая на своем родном острове. Но со временем, как это часто бывает в мире, Исток развратил его. Столь велики были его алчность и страх, что он приковал к себе душевными узами свою сестру Кассандру, завершив ритуал брака, обратил ее в нежить, сделав бессмертным лечом, чтобы самому жить, как она, вечно. Как все сложно-то, а? Так, правление тирана Брака продолжалось долгие десятилетия. Его жадность до власти и до Истока побудила короля создать кошмарные, невиданные прежде машины и заклинания. Живых он наказывал смертью, а мертвых не жизнью. Многие пытались ему дать отпор, волшебники, философы, ученые, но в конце концов поплатиться за грехи Брака заставил орден истокоборцев.
Сколько бы ни были доблестные стакоборцы, никто из них не мог предвидеть того, что культ непорочных воскресит короля брака. Мы своей жизнью обязаны тем двум славным членам ордена, что сражались, дабы король брак не ушел от справедливого возмездия. Король истока мертв, однако его изваяние все еще повсюду встречается в наших краях. Жуткое, но необходимое напоминание об эпохе жестокости, алчности, высокомерии. Видите, вот эти люди, они не только, значит, детей ловили, они еще когда-то что-то полезное делали. Так, ну насколько это стоило того, чтобы этих ребят отправить на тот свет, даже не знаю. Сомнительно, сомнительно, очень сомнительно. Давайте не будем их убивать. Рикса жалко. Рикса жалко, понимаете? Вот, ребята... Живите, спасайтесь, делайте что-нибудь. Желательно еще сходите вниз и помогите бедным людям, чем трястись и дурака валять. Так, все, вот мы не будем их трогать. Про брака мы все прочитали, все понятно, брак плохой. Брак плохой, истокоборцы не всегда были плохие, значит, иногда вот они что-то полезное делали, мы это уяснили, а теперь пойдемте отсюда уже наверх, не наступая в огонь желательно. Потому что мы обожжемся. Вперед на абордаж. Бой! О, смотри. О, Кракен! Ктулха! Ктулха, привет! Здорово, Ктулха, здорово! Так, Ктулха размазал бедного рыцаря просто по палубе. У нас тут мерзкое исчадие. Они довольно живучие, но у них нету брони вообще никакой. А знаете, что классно? Что бой пошаговый, это очень расслабляет, на самом деле. Я вот сейчас вот что-то играю и думаю, не слишком ли легкий уровень сложности я поставила. И проверить, нельзя ли его сделать посильнее. Потому что что-то у меня все враги, которые пока попадались, были уже потрачены какие-то. Такая эпичная музыка играет. Давайте кинем в них, во-первых, нефтью. Чуть-чуть даже поближе. О, кстати, а здесь, по-моему, какой-то яд разлит. А как снять? Ага, правая кнопка мыши, окей. Так, у меня есть стрелы стихии. Они что-то как-то действуют, вызывают отравление ядом. Действуют только прям вот в лоб. У меня есть пригвоздить. Можно пригвоздить. Давай пригвоздим вот этого товарища. Отлично пригвоздили. Ничего себе, какие они крепкие. Так, с ними надо прям по-серьезному драться. Это тебе не траченные рыцари. Так, свиток, электрический разряд. Назначит, так, урона воздухом выбранному персонажу может вызвать шок. Недостаточно очков действия. Накладывает эффект шок. Так, свиток воскрешения. Так, отравленная стрела. Мне кажется, что вот эти мерзкие твари, по-моему, они к яду не особо чувствительны. А можно его осмотреть, кстати? Это тоже очко действия будет, осмотреть. Мерзкое щади. Влага постоянно, повышенная уязвимость к электрическим и ледяным атакам. А сопротивление огню, наоборот, у них, да? А воде и увечья. Персонажи начнут увечья. Так. Отношения. Мы с ними никаких отношений не состоим. Так, значит, как я поняла, нужно их, значится, электричеством жик-жикать. А, тогда... А мы не можем, да? Свиток электрический не можем, чего-то нам там недостаточно. Хорошо. А просто стрельнуть я в него тоже не могу. Да что же я могу-то вообще? Воодушевление. Повышает накладывает эффект воодушевления. А что дает эффект воодушевления? Увеличивает их становится. Ну давай воодушевим сам себя. Я воодушевлена. Наверное. О, смотрите, она прошлась по этой луже и отравилась. О, они бьют, кстати, не сильно. Это отлично, уже мой ход. Так, ну ты подошла так близко ко мне. Поэтому тебе не сдобровать. Давай тебя... Так, недопустимая цель. А почему недопустимая цель? Ну, с этим мы всем еще будем разбираться, мои хорошие. Так, ну, просто выстрелим. Чё? Мерзкое исчадие отравленное. Умри! Умри, мерзкое исчадие! Смотрите, она испугалась, что ли?
куда это она? Чи-чи-чи-чи-чит. Мы навели ужас на мерзкое исчадие. Отлично. Так, она меня грызет. Но это не страшно, потому что мы ее уже почти сделали. Все. Из этого мерзкого исчадия можно делать шашлык. Сырье, комковые потрошка. Непонятно, что это, но это было внутри кого-то, может быть, даже разумного прямоходящего. Нет. А, в смысле, она кого-то съела, вы имеете в виду? Так, осмотреть. Смерть постоянно. Кстати, вот в этой бедной сороконожке не было никаких талантов. А мы ее взяли еще и убили до кучи. Так, магистр. О! Я про тебя забыла. Ты уже не боишься нас, я смотрю. Кстати, как удобно, что здесь яд, да? Так, ну ладно, давай с тобой что-то делать, противное существо. Можно тебя пригвоздить? Нет, нельзя. Так, что с тобой еще сделать? Просто выстрелить. Ну тогда давай сам иди ко мне поближе. О, свиток огненный шар! Это мое любимое! Я обожаю фаерболы! Да! Я обожаю фаерболы! Я помню, когда играла в Арс Фаталис, это просто был ультима средство от всего и вся. Спасибо. Так, давайте его сразу в рюкзачок поместим. Должен быть порядок. Помните об этом. Должен быть порядок всегда. Так. Магистр рыцаря, там яд. А можно какие-то яд обезвредить? Я бы хотела его сжечь, например. Мне же все равно, кстати, в ту сторону идти. Давайте его обойдем. Яд. Хотя, если подойти чуть поближе, то, скорее всего, это глупая сороконожка. Опять пройдет через яд. Вот здесь что нам ее... Вот что нам ее боятся? Что она нам сделает, вот это создание? Ну, совершенно... По-моему, безобидная. Пойдемте. Вот она к нам идет, такая как будто бы страшная. Ничего себе, да она у нас отгрызла половину жизни. Мерзкое создание. Давайте выпьем зелье или не будем пить зелье. Она же почти мертвая, давайте ее просто убьем, а? На. Вот, мы ее, собственно, почти убили. Почему я не могу ее пырнуть? А я могу ее вот ножиком пырнуть. Хорошо, что она не может еще раз кусь сделать. Да ну такие куси. У нас, кстати, очень много зелий лечения. Давайте употребим. Отлично. Работает просто отлично. Так, урон влага. Хватит ломать корабль, я еще с него не ушла. Так. Нет, что-то мне не нравится эта идея. Давайте наш этот арбалет на место. Почему недостаточно очков действия? То есть я могу ее пырнуть, но не могу в нее выстрелить. А, почему? А, смена оружия. Это тоже то самое. Ну, окей, будем тебя пырять просто. Затыкаем до смерти, затыкаем. Вы видели, как она классно их подкидывает? Только ради этого стоило взять. Так, магистр-рыцарь. А здесь, смотрите, кровь. Можно вот так подойти. Осторожненько, наверное, да? И осмотреть. Ага. Ну, сохранимся, что ли? Мы победили двух сикарашек. Ура. Смотрите. Вот это эпик. Вы видели, да? Вот эта жуткая ктулхообразная штука. Сейчас, по-моему, тут все... Как же люди в трюме? Там внизу люди. Как мне им помочь? Что делать? Как им помочь? Я не знаю. Они, вы видели сами, я 20 раз пыталась их всех разбудить. Никто не реагировал вообще никак. Так, сюда, по-моему, не пройти. И здесь ведро, шлем. У нас есть красивая шляпка с пером, она меня вполне устраивает. Знаете, я пыталась их разбудить. Ой, я слышу, как кто-то кричал и, кажется, уже не кричит. Да что такое? Кругом смерть, разрушение, ничего кроме них просто. Так, ой, смотрите, мерзкая щупальца. Можно я его тыкну как-нибудь, нет? Хочу тыкнуть противной щупальцами. Фу, какое противное щупальце. Так, что здесь? Испачканные штаны. У меня скоро их коллекция будет целая. Можно этот ящик убрать? Спасибо. Так, бочка. А здесь огонь.
Воу, 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 воу! Вы видели, видели вот это? Да он, не знаю, целый замок размером тут к Тулху. Так, давайте с этой стороны пойдем лучше. Не будем идти там, где... Где Ктулху творит свои бесчинства. Так, мне нужна бочка с водой. Вот, кстати, помните, я все думала про то, что таскать бочки с водой могу, и как вообще это все происходит в инвентаре. А вот, вот мне бы сейчас пригодилась бы бочка с водой, между прочим. Шлюпка, значит, еще есть шанс. А, смотрите, они уже почему-то все здесь. Или это не они? Я чуть не помню, что кто-то из них приходил в себя. А если я упаду? Нет, лучше вы. Так. О, боже. Жуть какая. Так, это куда-то вниз. Так, что здесь у нас? А это не корма ли случайно? Вот, по-моему, это корма. И от кормы у меня там какой-то ключ, что ли, был. Я знаю, что обстановка не самая располагающая, но мы же не можем уйти, не проверив ничего. Давайте слазим вниз. Так, это где? Это, а, это самый-самый низ, да? Получается, вот отсюда мы прямо наверх поднимаемся. Так, окей. Так, со шлюпкой понятно. Давайте посмотрим, что там у нас. Где мне бочку с водой найти? О, вот бочка с водой. Спасибо, вселенная, ты как всегда. Слышишь меня? Слышишь меня сразу? Отвечаешь немедленно. Так, да, достаем нашу бочку с водой. Кидаем. Устраиваем тут сушь. Да гладь, Божья благодать, можно пройти и посмотреть, что тут у нас. Так, свиток ослепляющее излучение. Ну, почитаем потом, что он там делает, ладно? Так, так, ничего. Импровизированный жезл, где? Можно я возьму его? Ой. Ну вот, тушила, тушила, в итоге загорелась. Так, а как мне взять этот импровизированный жезл? Взяли, отлично. Так, все, мы здесь осмотрели все. Здесь все осмотрели. Монстр продолжает обниматься с корабликом, а мы продолжаем гореть. Не очень разумно с нашей стороны. Давайте что-нибудь съедим. Рыбья кость, нет, рыбья кость не будем. Так, яблочный пирог. Я хотела оставить это, но самый крайний случай. Вот, случай пришел так. Главаль. Смерть желудку на вкус, спасение от голодной смерти. А это, кстати, те один. Тухлое мясо того убиенного, которое нам так и не пригодилось в итоге. Так. Что ж, пойдемте выясним, что со шлюпкой. Может, кто-нибудь не скажет, как тех ребят привести в чувство. Я не хочу, чтобы они все просто утонули. Так, кто тут у нас? Мы все посмотрели, мы же все посмотрели, ведро, шлем. Так, смотри, здесь у нас дети, ну ладно. Так, Трайс. Гид, гид, что за гид? Смотреть. Гид, воздействие эффектов, так. Как мне с ними поговорить-то, ребята? Как дела? Вперед, кроха, лезь. Что? Лезь. Я что-то не расслышала. Так, спустить. Хватит болтать, девчонка. Дети и гномы, вперед, все как в старых байках. Гном тщательно дергает одну из ближних веревок. Вы говорили, что там внизу еще есть люди. Мы должны им помочь. Вот именно! Хоть один разумный человек, надеюсь, его не съест Ктулху. Видишь эти щупальца, дамочка? Нам надо убираться отсюда подальше. Обозвать гнома жалким трусом. Вы спуститесь на нижнюю палубу и проверите, уцелел ли хоть кто-то. Корабль содрогается у вас под ногами, но девочка права. Сказать, что вы спускаетесь на нижнюю палубу и проверите, выжил ли там кто-нибудь. Сказать девочке, что гид прав. Потянуться к механизму, плевать на остальных. Нет, вы что, конечно, мы пойдем смотреть, что происходит.
Спасибо, 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 пожалуйста. Может, со мной пойдешь? Вон там есть лестница, по ней можно спуститься. Мы все из-за вас погибнем. Ну, ребята, нельзя же так не по-человечески поступать. Я даже прекрасно увидела, что там целая куча живых людей. Мне кажется, сейчас их можно будет... давайте и эту девушку поднимем, чего уж, на самом деле. Просыпайся. Так, она просыпаться не желает. А может, ее можно подлечить? Так, пойдемте поднимать наших ребят. Я не знаю, как помочь этой девочке. Что-то пока ничего не получается с этим сделать. Пойдемте наших товарищей будить. Ой! Ой-ой-ой! Сироконожки! Сироконожки! Так... Детеныш пустоты. Так это еще какие-то детеныши. Давайте устроим им нефть. На тебе. А, у них же защита от урона. Ну, хотя, смотрите, оно и само по себе неплохо так бьется. А, они еще все пробудились, ты смотри. Так, не хочет. Я просто попробовать хочу. Так, огненная стрела. Как ее использовать? Выстрелить, объединить. В руках нет оружия дальнего боя? Это еще как получилось? Ну-ка. Так. Огненная стрела. Выстрелить? Ну почему не получается? Что-то не хочет. Так. Недостаточно очков действия. Ладно, подойдем поближе. Эти жуки безбороды в мою вахту корабль не подтопят. Окаменение, ничего себе. О, все ребята резко проснулись. Ослепляющее излучение. Да он мощный какой. И сразу в кашу. А я что-то с ними вожусь. Вот как надо. Учись, говорит гном. Начнем наши игры. А, у нас теперь отряд. Супер, критический удар в спину. Какие они молодцы, я себя на фоне своих тиммейтов очень чувствую каким-то бесполезным, да, резком, но зато и веселая. Так, идущий к победе, приветствую тебя. Что-то идущий на смерть вроде бы, нет? Мне нравится его оптимизм. Хоба! О, ты смотри! А можно мне потом, вот потом, чтобы они вот так же работали? Воодушевление! Смотри, как классно. Они работают без меня. Просто чудесно. Можно они и дальше так будут сражаться? У них хорошо получается. Так, а я... Ну, я пригвоздить могу. Вот давайте я его просто добью. Все, и у меня очки действия кончились. Ну, давайте я в нее встрельну. Смотрите, вот эта штука действует на каком-то очень... небольшом тут промежутке вокруг себя. Интересно будет потом проверить при случае. Так, ладно, давайте просто стрельнем в нее. Пиу! Ничего себе! Так. Ой, зачем ты прямо через огонь бежишь, Сибила? Сибила хочет тыкнуть ее сзади. Да, она и сама поджарилась. Сибила, ты главное не поджарься. Что они там говорят? Нам надо бежать? Давайте поможем той девочке. Так, а все очнулись. Так, все очнулись и побежали куда-то со страшной силой. У меня вопрос, а что было, если бы мы им не помогли? Так, они все бегут по лестнице, а мы сейчас попробуем все-таки еще раз с этой девочкой. Мне что-то послышалось, это магистр Сивен. Та, что надела на меня ошейник, мы... Ну, кто не совершает ошибок? Она пытается что-то сказать, но только хрипит и хватается за шею, там порез, от которого струится кровь. Оглядеться, нельзя ли ей помочь? Судорожным движением она поднимает кулак, в котором зажата тряпка, пропитанная какой-то пахучей жидкостью. Взять тряпку и плотно приложить к ране, чтобы остановить кровотечение. Кровь быстро пропитывает тряпку, магистр Сивен открывает и закрывает рот, глаза ее полны ужаса. Так, что же делать? Перерезать...
Так, расправить, плотно обмотать ей шею. Из-под повязки хлещет кровь. Прижать тряпку еще плотнее. Получается, кровотечение ослабевает. Стивен цепко держит вас за руку и не сводит с вас взгляда. О, боже, какой ужас. Из недр корабля доносится страшный треск. Деревянное перекрытие содрогается. Продолжить прижимать тряпку к ране, взять Стивен за руку, пробовать подняться. Ну давай. Стивен с трудом поднимается на ноги, хватаясь за вас. Корабль глухо стонет, затем раздается хрусть. Ой, ой, вставай, вставай. Ты в бессознательном состоянии рассказываешь мне? Ой. А видели у него фонарик на лбу? Это значит, что он где-то глубоко под водой живет. Ой, кажется, мы занырнули. Там же холодно. У меня на тебя большие планы, дитя. Вставай. Под водой вставать? Как нежить, идти пешком? Так, там, кстати, у Фейна дела интересно. Долго же мыть и придется. Достопочтимый Делис, мы потеряли корабль, перевозивший колдунов из Тока в Форт Радость. Полагаю, что часть заключенных смогла сбежать и освободиться от ошейников. Их мерзкая магия привлекла исчадие пустоты. Все находившиеся на борту, скорее всего, погибли. Остаюсь ваш слуга на веки вечные. Верховный судья Оривен. Неправда! Рикс был живой, когда мы уходили. И еще с ним дядька. И девочка двухкосичная. Не все погибли. Не все. Я сделала все, что было в моих силах. Так, ну, ребята, мы приближаемся, мне кажется, к чему-то. К тому, чтобы закончить эту серию. Наконец. Это будет длинная серия. Хотя, может, я ее разделю. Но это не точно. Но вот Форт Радость мы уже продолжим точно в следующий раз. Так, Орден прав. Так, ой, я вот... Неужели никто, кроме меня, не уцелел? Ну, спасибо, бесплотный голос. Так, я пока доделал, не прочитала, что он там говорил. Так, побег из Форта Радость. Жаркий ошейник в Лусе. После крушения свежего бриза нас вынесло на берег острова, что зовется Глазом Жнеца. Впереди маячит Форт Радость. Беспокойные воды закрыты. Кракен утащил корабль на дно. Нам чудом удалось выжить. Помочь выжившим выбраться. Так, помогли. Оружие кое-какое нашли. Так, на острове полным-полно колдунов истока. Может, кто-нибудь из них сумеет избавить меня от постояльцев в голове. Так, свежий бриз затонул. Все, кто был на борту, судя по всему, погибли. Не все. Кое-кто из ЦМ помогли. Да, так, побег из глаза жнеца. Меня выбросило на берег совсем далеко от Форта Радость. Удача спасла меня или божественное вмешательство. Когда море приняло меня в свои ледяные объятия, некая могущественная сущность поведала, что еще не пришло мне время умирать. Впереди меня ждет великая и важная задача. Хорошо. Нам нужно, значит, снять ошейник, осмотреться. Так. Окей, у нас, между прочим, отличная одежка для похода по форту. Такая пиратская шляпа, удобненькая туника, чудесный арбалет. А мне нужно прибраться во всей куче вещей, которые у меня есть. Нужно чуть-чуть осмотреться. Ракушка. И все это мы будем делать, изучать весь этот чудесный, огромный остров. Классный, со всякими секретами, святилищами, наверняка и прочими интересными местами. Будем изучать в следующей серии. Пока, дорогие мои, пока.